В Москву вернулись снегопады и сильные метели. Синоптики снова повысили уровень опасности погоды до оранжевого, что означает вероятность стихийных бедствий. С утра в столице пробки хуже обычного. Прогнозируют серьезные трудности с движением аж до полудня. В ГИБДД просят водителей быть предельно аккуратными на дорогах, а по возможности и вовсе пересесть на общественный транспорт. В московских аэропортах к этому часу отменены более 70 рейсов. Есть задержки. Тем, кто собирается сегодня в полет, авиакомпании рекомендуют проверять информацию о своем вылете заранее.